ребята, так, мы сейчас приехали в мост, и сразу за мостом есть поворот на такую деревеньку, как бы, очень красивые дома здесь, очень красивое все вокруг, сейчас мы выйдем, я еще отсниму, покажу. Здесь очень важно, что есть для туристов информационный центр, где все бесплатно, можно взять очень много разной литературы, разных гидов, гайдов по острову, по всем этим местам, что здесь можно посмотреть. Вот. И ну, как бы все рассказывают, очень хороший сервис, и очень-очень это, скажем так, помогает. То есть можно, ну, и те, кто, допустим, сразу не готовился, да, или не было времени, то приезжают, и гид может рассказать, дать карту, показать здесь, какие места есть интересные. Здесь все на картах обозначено, то есть всем советуем сразу после приезда на остров. Все же все думают, что все знают, но вот сюда приезжаешь, и тебе еще и раз. По количеству буклетов понимаешь, что ничего, да, не знаешь. Да, количество буклетов, да, такое, что как в библиотеке. Вот можно прийти, и количество буклетов просто неимоверно. По разным этим. И лобстер-бар, лобстер-рестораны, и... Я сейчас там покажу, мне очень понравилось. Я бы очень хотел туда заехать. Я сейчас покажу. Вот, очень важно. Я не знаю, хватит ли у нас времени. Есть такой крафтовый дистиль, делает местный самогон. Вот такое вот, вот такое. Еще вот есть очень интересный helicopter tours. Можно полетать на вертолете. По-моему, поездка $800 стоит или сколько? Было лайн. О, Белла Лайн Центр, да, если вам надо подключиться, Алые мы вас подключим. Алые паруса, смотри. Все, что хочешь. Тара Маклин. Есть ли он, кстати, тоже интересная штука. Что, ты хочешь это все взять, вот это? Да, бери. Хорошо. А можно, да? Ну да, тут приходишь, берешь то, что тебе подходит. То есть все, ребята, а там дальше сувенирчики, туры, да. Вон тоже очень много всяких дальше разных. Дальше сувениры, лавочка сувенирная, тут можно купить. Кстати, у нас вот ребятки стоят. Кому нужно обналичить денежку, снять кэш, можно снять за комиссию. Вот, ну, мы, может быть, где-то найдем RBC куда-то. Посмотрите, идет наверх, как они, в принципе, ну, как бы строители хорошие. Я смотрю, что по дереву здесь все красиво сделано, мне понравилось. Ну все, едем дальше. Да, едем дальше, ребята. Это мы только заехали. Так, ребята, вот мы, получается, въехали вот оттуда. Там еще на горизонте видно часть моста и виден океан. Значит, все, это поворот на вот это Village, который информационно здесь, как он назывался, я даже... Так, и получается здесь красивая улочка. Почему так не строят Монктон? Почему Сент-Джордж такой ужасный? Почему такой Маунтин Роуд ужасный? Вот, и нету вот такого красивого. Здесь вот есть информационный центр. Вот так вот он выглядит. То есть заезжаете вот, заезжаете с моста по дороге сюда, в этот Village. И вот сразу здесь есть вот этот здание, вот это информационный центр. Очень полезно всем его посетить. Так, девчонки пошли там куда-то смотреть еще какую-то бетонную арку. Так, меня зовут, сейчас посмотрим, что там есть. Вот кабаны ездят. Что-то они там еще увидели. Такая остановка, как по дороге в Бердянск. Незаконченная бетонная конструкция какая-то. Дрюня, знаешь, что мне это напоминает? Это по дороге из Запорожья в Бердянск. Вот это вот такое же все. На каждом кирпичике написана фамилия и имя. Строителя, да. А вот фирмы, принимающие участие. А что, вот это те, что строили эту арку, или да, что? Нет, это не арка, это сердце моста. Елки-палки. Вот это а внутри что? Внутри еще там можно ездить там? Да, наверное. Смотри, какой прикол. Это вот кабель идет, наверное, внутри какой. Кабеля, тросы.
током не ударит, если потрогать? Нет? И вот это вот, наверное, вот тоже так, по такому же принципу идет питание, свет заводят на остров. Понятно. Ага. А я думаю, что это такое? Думаю, неужели это остановка или вот какой-то, знаешь, типа сталк, да, сталк, да, заброшка какая-то, бетон abandon, знаешь, типа. Вот. Да, не, ну конечно. Это люди, которые положили свою жизнь ради постройки моста. Что? Да, вон жена троллит, рассказывает, что я собирался, что я капуша. Так, смотрим. Дрюня, читай. О, Royal Bank of Canada. Colonial Manufacturing. Кен Ньюбри. Кэлайн Констракшн. Секунда Марин Лимитед. О, Royal Insurance. Royal Insurance. Дрюня там работал когда-то. 4 года. Эндрю Мото Репейр. Ремонтировал моторы. 12. Опять какой-то обелиск, камень. Government of Canada благодарит всех участников за постройку моста. Теперь они могут ездить в Нью-Браунсвик. Канада. Ну, красиво, конечно, ребята. Красиво. Тут тенек такой. Так, вырезано в камне. Принц Эдвард. На велосипедах с моторами. Ну да, да, есть такое. Да, много-много принимало участие. Это ж каждый хотел откатить деньги, понимаешь? Стройка Toyota Canada Limited. Даже Toyota здесь каким-то образом влезла. Канадин, да. Все, нас уже зовут, мы идем. Нас ждут великие дела. В общем, здесь есть все, кто строил мост. А это... Кто? Форд? Сам Генри Форд приезжал. О, Скошия Банк. Тоже. Хилти. Все понятно. Такой вот это вот туристический центр, я так понимаю, сделан для того, чтобы у людей сразу было хорошее впечатление после въезда на остров. Ну, дальше мы посмотрим, что там, но говорят, красиво. Мы идем в машину и отчаливаем, рулим дальше.